Приветствую вас на своем канале. Сегодня будет у нас распаковка. Две посылки у нас будет с России. Кстати, вот такая вот какая-то коробочка такая красивая, прям AliExpress. И вот такая вот большая. Но я тут знаю, что будет, поэтому давайте не будем тянуть и вскроем. Здесь будет, скорее всего, детский плед. Мне со скидкой, покупала его за 550, по-моему, 550 рублей, там какой-то купон вышел, там еще что-то. Надеюсь, у меня хорошо слышно, потому что я немножко уже дальше от телефона, и надеюсь, все будет хорошо. Вот такой вот плед три кота. Так, 150 на 100 размер этого пледа. Ну, давайте его вскроем, посмотрим, что там за котики такие. Что, серьезно, что ли? Все приклеено, переклеено. Ну, на ощупь очень мягкий, хорошенький. Ну, для детского пледа вполне себе нормальный размер. Он такой длинненький. Ну, не сильно широкий. Но я думаю, вполне себе подойдет. Ну, прям такой хорошенький, такой мягенький. Вроде брака никакого нету. Так, ну, поехали дальше. Ну, тут я знаю, скорее всего, что тоже придет. Здесь, в общем-то, сейчас, в общем-то, запакуем. Хорошо. Вот такой вот разглаживающий спрей термозащита. Ну, я его брала как термозащиту. Вот эту тюшкову, 230 градусов термозащита. Я думаю, что он будет нормальный. Потому что по отзывам вроде бы все в порядке. Ну, в принципе, приятно пахнет. Новый, раз он не сразу пшикнул, а то мало ли. Ну, попробуем. Потом, может быть, напишу, как он. Упаковали, кстати, очень хорошо. Так, поехали дальше. Это пришли линзы. Пришли линзы. Сейчас посмотрим. Так. Срок годности до 26-го года. Вот такие вот, в общем-то, линзы. До 26-го года они годные. Так, сейчас вскроем, посмотрим, что там, какие именно это пришли линзы. Потому что я жду еще одни черные, но, возможно, это они и есть. Сейчас пока вскроешь. Это они и есть. Вот, посмотрите. Надеюсь, вам все хорошо видно. Ну, в общем, линзы пришли. Я сейчас, наверное, не буду их одевать. Потому что это целое дело. Хотя. Да, это те самые линзы. Ну, в общем-то, я потом, может быть, их одену, сфоткаюсь и вам покажу, как это будет выглядеть на голубых глазах с такой вот черной окантовочкой.
и пришел контейнер в подарок. Но они, по-моему, еще ни разу такого не было, чтобы линзы пришли не в контейнер, ну, не с подарком. Да, может быть, это не подарок, а так должно быть. Но пришли они, кстати, я покупала их рублей, ну, до 300 рублей, потому что, ну, мне попадались со скидками, там есть и за 100 рублей на Алиэкспрессе линзы всяческие, но именно эти вот не было ни со скидками, ни с купонами, я их, то есть, купила просто, потому что они мне понравились. Так, давайте дальше. А может быть, я даже одену линзы. В общем-то, может быть, я одену линзы и сделаю отдельный обзор на эти линзы, потому что, мне кажется, они будут очень прикольные. Воняют мятом. Это, в общем, вот такие вот пластыри от боли. У меня, в общем-то, проблем на шее. И я заказала тоже рублей. Ой, пахнет прикольно. Рублей 30 стоит, а тут, по-моему, 8 штук. Не буду пересчитывать. В общем, я думаю, они мне помогут. Так, тут ничего. Тут ничего. Так вот. Вот, знаете, как вот лекарство от горла мятное. Типа бобса. Я не помню, уже были такие. Оно мятное было или нет. Ой, а пахнет так приятно. Так, ну давайте дальше посмотрим. Как раз срок доставки уже закончился, и они пришли. Как они это делают? Меня это интересует. Прям. В общем, вот такие вот, по-моему, это татуировочки детские. У меня еще лялька маленькая. Я думаю, может быть, у нее будет раздражение или еще что-то. Но можно будет где-нибудь попробовать их. Вот. Татуировки детские, в общем. Не наклейки. Тоже покупала за, по-моему, 3 рубля вышли. Рубля 3-4. Ну, как-то мало. О, пришли. Вот такие вот крючки. Сейчас я разберу. А, вот, смотрите, это сам крючок. А это вот, допустим, вы наклеиваете там, ну вот, на баночку, да, там наклеили. А это на стенку, да. И вот так вот. Хоба. И повесили. То есть, в принципе, очень удобно. Ну, понятно, что не это вешать, но... То есть, и это будет наклеено, и это будет наклеено. И, в общем, получается вот такой вот... Вот такой вот крючок. Крючочек пришел. То есть, вот так пришли две штучки. Две пары. Опять же, заказала не потому, что нужно, а потому, что была скидка. Так, ну осталась у нас последняя посылочка. Тоже что-то такое небольшое. А, колечки, как обычно. Ну, колечки я, наверное, это уже давно заказывала, потому что я уже даже не помню, если честно. Кстати, кто смотрел мои предыдущие обзоры, мне приходило колечко серебряное с Китая. Я его носила, ну, допустим, 2-3 недели. И вот в один прекрасный день у меня вот здесь образовалась вот такая болячка. Я не знаю, почему, как это произошло. Если кто-то знает, может быть, причину этого. Ну, вот оно прям как будто пожог, такие волдыри пошли. Как-то непонятно. Сейчас уже заживает, как бы я уже пару дней не ношу. Ну, то есть, это было не сразу. Вот я одела, да, пришло кольцо, я одела, и вот пошла такая вот болячка. А, ну, вот спустя уже 2-3 недели. То есть, это как сказать, либо запоздала реакция на это кольцо. Хотя кольцо серебряное, там проба стоит, все такое. Но опять же говорю, что... Я кольцо, то есть, не первый день ношу. Если бы было бы на следующий день, там, через 2 дня,
реакция бы пошла так, пошла реакция уже спустя как бы нормальное количество времени. Так, ну вот такие вот колечки пришли. Ну, так себе. В принципе, на вид так смотрится, как бы вроде бы и прикольно. Блестить. Так, ну, в общем, спасибо всем за просмотр. Я думаю, мы с вами еще потом немножко ближе познакомимся. Ну, не знаю, если я мне понравится, то есть я сейчас снимаю, да, если мне понравится, как я выгляжу в кадре, как я себя веду в кадре, как меня вообще камера любит или не любит, посмотрим. Либо буду распаковку делать как прежде, либо если даже, может быть, вам будет интереснее, вот как я сейчас сижу. В общем, пишите, скажите свое мнение, мне это очень важно, очень интересно. И подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!